Здравствуйте, уважаемые садоводы! Основными элементами питания для всех овощных культур и томатов в том числе являются азот, фосфор и калий. Но не менее важен такой элемент, как бор. Он влияет не только на рост и развитие растений, но и на количество и качество урожая. Итак, бор – это важный микроэлемент, в котором томаты нуждаются в период роста плодов. Он стимулирует транспортировку углеводов к плодам, из-за чего их сахаристость повышается, а также ускоряется созревание помидоров. К августу месяцу природное содержание этого элемента в земле кончается, и зеленая часть томатов может желтеть, буреть или чернеть, а затем отмирают и точки роста или опадает зависть. Подкормку борной кислотой проводят 2-3 раза за сезон, при необходимости больше. Наиболее часто огородники отдают предпочтение внекорневым способам, потому что через опрыскивание потребуется в несколько раз меньше времени для усвоения элемента растением. Так вот, возьмите борную кислоту в белом порошке. Для внекорневого опрыскивания 1 чайную ложку разведите в 10 литрах воды. При использовании для корневых подкормок применяют раствор в концентрации 2 чайные ложки сухого вещества на 10 литров воды. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!